Друзья, плохая новость. Соляра снова будет дорожать, поэтому рекомендую всем запастись бочками и солярой. Я, собственно, это и делаю. Вон сколько у меня бочек. Белые, соответственно, я еще буду красить их, скорее всего, в красный цвет. Не стал печатать их именно из красного, скажем так, материала. И будут лучше покрашены. Они, мне кажется, лучше будут даже смотреться, когда на них слой краски будет. Более естественно, чем просто напечатанные. Как видим, вот здесь вот. Опа, видно, да, полосочки? Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Бочки полностью у меня открывающиеся. То есть вот внутряночка, внутряночка, вот она. И крышечка. Хоп. Это 1 к 14 масштаб. Это масштабик для моих грузовиков и прочих там, все, что со строительной техникой связано. Это масштаб уже 1 к 10 идет. И вот это, соответственно, несколько бочек. Так, для съемок пригодятся. Вот такая вот куча. Улучшай характеристики своего квадрокоптера со специальными новыми наклейками. Дальность, полетное время, скорость и все полетные режимы. Для фанатов дрифта также теперь есть специальные наклейки. Улучшай характеристики своего автомобиля для дрифта. Ну а если ты фанат грязимеса и трофи, то для тебя тоже есть специальные наклейки. Улучшай характеристики своей трофейки. В свою очередь, универсальные наклейки подходят для любого автомобиля и летной техники. Ну и для ярых фанатов дрифта огромная наклейка в формате А4. Настоящий эксклюзив. Количество ограничено. Все это можно найти у меня на сайте rcbuyer.ru в разделе «Наклейки».